Ёб... Вот. Фитиль лопнул и разлетелся по свечке. Всем доброе утро. Полдесятого утра. У меня в вкладке браузера находится памятка про регулировщиков. А это может означать только одно. Сегодня у меня пересдача теории вождения в ГИБДД. Первый раз я сдавала 8 дней назад. В общем, у меня были две ошибки в одном блоке, поэтому... сразу я автоматически не сдала. Максимально наиглупейшая ошибка, я считаю, перепутать стоянку с установкой, при том, что это, наверное, одни из первых, в принципе, знаков, которые я выучила, когда даже еще, ну, где-то в перспективе хотела там получать права водительское, то есть удостоверение и все в этом роде. Уже где-то минут через 40 мне надо будет уезжать. А сейчас я буду собираться и поеду сдавать. Годы идут, а я все еще готовлю свою кожу лица к макияжу с помощью крема для рук. Что-то я какая-то ошибка бледная. Хотела вам еще показать мою недавнюю находку. Тональная основа от бренда Zina. Для меня это вообще первый продукт из небюджетной линейки. Экономичный расход — это уже то, что я заметила. Буквально два вот таких нажатия мне хватает для того, чтобы накрасить полностью свое лицо. Мне очень нравится то, что у него можно регулировать плотность покрытия, хорошо перекрывает какие-то неровности на коже лица. Помада сегодня будет от NYX. Она, конечно, сушит губы, если ей весь день подкрашиваться, и вообще, в принципе, если ее ежедневно наносить. Но какой цвет, ребята! Благовоние. У меня ГИБДД находится в таком не самом удобном месте, чтобы ехать туда, именно на общественном транспорте. Там нужно сделать, по-моему, две пересадки, ехать в общем где-то час-полтора часа, а на машине всего 20 минут. Вот. Поэтому выбираем автомобиль. Через 10 минут приедет. Надеюсь, я за 30 минут успею доехать. Я вообще хотела снимать этот влог вчера, потому что должна была встреча быть, и плюс такой там наполовину домашний день, наполовину социальный, так сказать. Вот, и думала, что будет интересно, но встреча отменилась, и я решила просто побыть дома. И вот сегодня я позавтракала уже, короче, думаю, блин, а чем бы мне вот не начать снимать влог, если у меня заряженная камера. Вот, я подумала, почему бы не запечатлеть такой день, как пересдача экзамена теории вождения в ГИБДД. Тоже такой наполовину домашний будет день, наполовину социальный. Можно поговорить в этом видео. Вот. Не обязательно ведь показывать в видео только кадры жизни под музыку. Можно и разговаривать о чем-то, это тоже очень интересно. Так что включайте меня как подкаст. Так, чем берем с собой? Мы берем маленькую сумку и набиваем ее всем, чем только можно. Например, мой ежедневник. Очень, кстати, удобный вариант влажных салфеток. Кошелек, расческа. А еще в моей сумке всегда есть таблетки от тошноты. Ключи, жвачка. Самое главное на сегодня — паспорт. И еще с собой нужно взять очень важную вещь. Называется медицинское заключение. Обувь просто по погоде. На часах 10:33. Я приехала за 7 минут до того, как надо было сюда приехать. И через 27 минут, получается, у меня будет начало экзамена. Честно, волнуюсь намного больше, чем в прошлый раз. Как-то у меня прям мандраж. Потому что я не знаю, можно ли будет пересдать еще раз. Нюхаю запах сигарет. Потому что в курилке стою. Жвачку выпросила. Я и береза. У меня такая фигня, типа, если я, например, слушаю те же песни, что я слушала в прошлый раз, все, я их не слушаю, значит, они вот прям обречены на несдачу. Даже тот же самый снег, я думаю, так, его в прошлый раз не было. В прошлый раз я не сдала, в этот раз снег есть, значит, абсолютно все происходит обратно, значит, я сегодня сдам. Короче, вот я немножко поехавшая, иду пересдавать. А сыкотно пиздец вообще. Я понимаю, что это просто одно из жизненных испытаний.
какой-то экзамен, проверка знаний, не знаю, какую-то херню ставили. Это такой факап. Второй раз. Это такое разочарование вообще, блин. Чувствую себя таким бездарем. Утро с Эминемом. Вот здесь, наверное, я буду учиться, если я сдам экзамен с первого раза. Как мы поняли, для меня это, в принципе, довольно-таки тяжело. Сейчас мы с вами идем в одно из самых инстаграмных кофейн нашего города. Мы с Полиной недели три назад где-то ходили в гончарную мастерскую. И смотрите, наши кружки готовы. Вот это Полинина, это моя. С какой-то супер экстравагантной ручкой. Надеюсь, что она не отпадет. В любом случае, то, что я это сделала своими руками, очень впечатляет. Я за сегодня прошла 9300 шагов. Достаточно активно получилось. Уже приехала домой, по дороге зашла на Wildberries, забрала жилетку. На камере какая-то коричневая, серая, бежевая. Вот, на самом деле она черная. А мне понравилось то, что у нее воротник легко вот такое вот положение занимает. То есть он не мешается. На молнии, плюс на таких заклепочках. Плюс ей достаточно большие карманы. Она не прям супер толстая и не прям супер тонкая. На пуху. Так что на весну нормально. Включаю Eminem. Песня Berserk. Я опаздываю и пытаюсь очень быстро высушить крем. Крем для рук на лице. Ребят, меня буллит очень сильно. Меня в этой семье буллит. Ты специально позвал меня с собой, чтобы я включила тебя Эминема. Чё там, за тебя поди, что-то у меня не играет. Ой, да ты чё, я во всем виновата, что ли? Да почему мне не играет музыка? А? Попробуй покрутить кнопочку звука. Мы приехали на мойку. Там стоит мой буллер. Как называются люди, которые буллер? Я начала пересматривать «Очень странные дела», и сегодня заснула в 4 часа утра. Я уже на втором сезоне, я просто не могу остановиться. Я смотрю. И как мне бесит вот это животное, кто это во втором сезоне, которого нашел Дастин. И то, что, типа, он его никуда не дел, он живет у него. Короче, блин, это отстой на самом деле, меня передергивает. Вот. Очень были напряженные серии, поэтому у меня произошло вот это вот. А теперь немного о сегодняшнем дне. Я начала с апреля проходить прокачку от девушки, у которой я была на наставничестве. И вот недавно она указала мне на мою действительно очень слабую сторону, на то качество, наверное, которое мне нужно очень сильно прокачать для того, чтобы работать в хороших проектах. И меня это так мотивирует, и я так благодарна, что человек может тебе подсветить какие-то моменты твоего там характера, условно, твоих качеств, твоих привычек и так далее. Создала такое сообщество SMM. Очень классно, когда ты находишься вот в такой вот компании людей с общими интересами, где вы друг другу подсказываете. И очень, кстати, классная мысль, которую мне не так давно нанесла Даша, то, что мы не конкуренты, мы коллеги. Коллеги, которые могут наблюдать друг за другом, перенимать опыт друг друга, которые могут учить чему-то друг друга, познавать что-то новое. Поэтому едем на лекцию. Я знаю то, что будет очень интересно, классно. Потом надо будет забрать наши керамические изделия, которые мы с Полиной делали. И потом мы как раз с ней встретимся. Ну все, держитесь, Алиночка включает свою музыку. Только давай не хуйню какую-нибудь с ебанутыми голосами.
У нас на этих битах нужна просто машина сама по себе ехать. Вот почему я и боюсь, что ты на машине ездила. Включу такое вот говно какое-нибудь. И поеду. И педальку отпущу, а она поедет. Знаешь, чему я хочу научиться? Нет. Вот когда ты стоишь на светофоре, подъезжать просто вот за 10 сантиметров, пока вот капот не косит. Я шучу. Ага. Мне лучше помолчать. Ассоциация с Seth Place. В общем, здесь, вот в этом вот доме, по-моему, есть какой-то вейп-шоп. Короче, я там была в лет 15. Мне спросили, можно ваш паспорт? Я сказала, нет, лучше. Так у меня на замене паспорт. Паспорт на замене, мне же 45 исполнилось. Это Даша, она крутой СММ. Это Слава, крутой видеомейкер. А я тоже типа блогер. Сообщество СММ. Мы уже дома. Я и она. Привет. И сейчас у нас будет супер классная, хорошая распаковка. Полина еще не знает, что там внутри. Открывай. Надо по-другому подавать. Спасибо. Я нашла какую-то горную породу. Посмотри, пожалуйста. Ты исследователь? Да. Очень интересная порода. В общем, она очень тяжелая, весит порядка 20 килограмм. Пенопласт? Да ну на, да ну не, да не может. Что, это кроватка? Да, единственная кроватка. Резкая смена эмоций. Привет, сегодня очень долгожданный рилс. Я наконец-таки заказала биокамин, которому я прогревалась около 2 лет. Это Юна. Прикольная. С просунью. Ничего не понимает. Это Юна и ее мама. Юля мне сделала красивые ногти. Овал, а не квадрат, потому что я все сгрызла. Я купила билет на электричку. И сейчас я пойду на вокзал и поеду на электричке домой. Вот. Очень классно то, что ввели, по-моему, год или полтора года назад. Полтора года назад ввели... Очень классно то, что полтора года назад ввели... вот эту штуку, в общем, пассажирские поезда. Вот, и теперь можно фактически из центра города до дома или из дома до центра города мне добираться буквально минут 25, наверное, без пробок, без всего. Правда, дольше идти до дома, но это уже другой разговор. Самое главное, что ты сидишь в комфортном месте, немного людей и быстро очень доезжаешь. А мы с Юлей загрузили друг друга. Поэтому потом ехала в электричке, грузилась дальше, общалась сама с собой и закончила на этом свой влог. Поэтому благодарю вас всех за то, что вы его посмотрели. Я надеюсь, что никто из вас еще не проиграл свою квартиру на ставках, когда выйдет мое следующее видео. Всем пока, хорошего дня, вечера, утра. И, блин, увидимся скоро.